чуть-чуть отошла от него, смотрю, он там весь сверкает по всему потому. У него борчик как глаза засияли. О, ты бы видел, когда я ему в глаза посмотрела. Боже. Зрачки в сердечко превратили. Жалко, не сочиняй, а. Я шла и шла спокойно, шла и шла. Что, буду тормозить? Опа, назад, плачи. Вот она я, идем ко мне. Кричать уже было стоять. Понимаете, это невозможно. Никто же не пытался. Обычным шагом шла вообще-то не быстро, спокойно так. Подожди, есть другая телефонная, другая. Ты не убиваешь, тебя быстрее убьют, чем ты кого-то убьешь. Не убиваю, как в этой жизни. Как трусишка, скрываешься постоянно. Конечно, идет весь такой. Все. Сама худая, это будто чехой. Прикольно, я не худая. Это платье такое просто. Конечно, Борчик, я тебе о чем говорю, его взгляд вообще там. Ах ты дикий. Я в себя в глаза смотрю. Если мне смотрят в глаза, я буду в себя в глаза смотреть. Ты бедный, посмотри, сразу в глаза увел. Где я бежал? Хотел догнать, не успел. Ва, ты посмотри, как ты ходишь один шаг на метр. И как я хожу очень медленно по сравнению с тобой. Trace of you anywhere or any place off.
когда 10 метров прошел, ты потом решил оглянуться. Ну, видишь, Борчик, он даже оглядывается при виде меня, ищет меня глазами везде. Я же завернула там, я же не буду стоять, когда же там Лачин подойдет ко мне. Ну, хотел поздороваться. Ты чего обманываешь? Ты скрываешься постоянно, как трусишка. Мы мимо друг друга прошли, ты почему не поздоровался? Ты же мог сказать «Привет». 10 метров прошла от тебя, потом он говорит, я хотел поздороваться, врать нехорошо. Где я набрала? Скажи, в чем я набрала? Отличный стикер, я смелый. Вот вижу. Вижу Да, я заметила уже какой. Трусишка. В телефоне какой смелый, посмотри на него. В жизни проходит. Кто шарашит? Посмотри, даже привет не может сказать. Захотел я, буду еще к тебе подходить. Посмотри на него, какой он. Привет, привет. На работе. И говорю, посмотрю, он еще хочет, чтобы я еще к нему подошла. Он же говорит, скинь себе эту маску, но тебе какая разница? Тебе какая разница, скажи мне? Ты что ли тут вместо меня сидишь? Люди, вы очень странные. Вам чужая жизнь, какое дело вообще? Хоть я с маской, хоть я без маски, хоть я полностью лицо свое закрою, вам, по сути, нету никакого дела до этого. Что-то не так? Мне пофиг. Но если тебе так пофиг, зачем ты вот это пишешь? Пофиг было бы, ты бы не писала, мимо пролистала и все. Ну, сегодня хорошо. Конечно, говорит, пусть подойдет, что за такого. Ты когда... Ты посмотри, ты идешь такой весь, трусишка. К тебе подойдешь, ты вообще, я не знаю, наверное. Ошарашишься весь. У меня нет чая.
заборчик. Тут даже не то, что подойти. У него смелости не хватило просто привет сказать, понимаешь? Просто вот он мимо проходил, мог бы сказать просто привет, дальше идти. Он даже не смог просто привет сказать, понимаешь? Ты о чем говоришь? Какой подойти? Какой подойти, Леся? Да не отмазывайся, уже ты отмазки какие-то ищешь. Ты на работе или где ходишь? На работе? Отмазываешься тополами, топола. Я шла спокойно вообще. Вполне спокойно шла. Когда захочу.